Привет всем, с вами студия «Белый генерал». Видео мое будет называться «Пляска кровавых либералов на сгоревших трупах». Ну, дал я название из-за того, что давайте посмотрим, что они устроили. Что они устроили, или когда началось, то есть когда случился пожар, и что они устроили? Они устроили большую подлость. Большую, именно, друзья, большую подлость. Они сразу же собрали митинг, моментально начали там орать Путина в отставку. Как это назовется? Это назовется, конечно, пляской. Именно не гнушаясь тем, что сгорели люди, что вместо того, чтобы выразить сочувствие, соболезнования родным и близким, у кого сгорели там родственники, они сразу же моментально и часть этих родственников собрали и давай устраивать митинги, правительство в отставку, там того-то и этого в отставку. Знаете, что моя мысль такая, даже и... Да, я и 100% уже верю. И скажу, что поджог этого центра, это именно дело рук либерастов. Именно для того. Навальный сделали, подожгли этот центр, для того, чтобы потребовать отставки Путина. И они не погнушались, с тем, что погибнут люди. И именно подожгли центр, и что прийти к власти, собрали моментально митинг после этого случая. Почему я так думаю? Давайте рассмотрим ситуацию. Горит торговый центр, сгорел, все там уже сказали, где какие вот морги обращаться на опознание. Эти же уроды собирает моментально митинг. Там через сколько, по-моему, через 2-3 часа, ну, в комментах мне подскажут, через сколько они собрали там митинг, и моментально заорали того в отставку, Путина в отставку. Что ж эти уроды делают? Что они творят, суки? Знаете, я уже в предыдущем видео говорил, что тут я в Софии общаюсь даже с иностранцами, с болгарами. Они удивляют, что у вас говорит, за народ такой, либералы. Говорит, случилась трагедия, они начинают собирать митинги. Вернемся мы к 2011 году в Америке. Почему, когда произошел в Америке теракт, никто, ни либеральная партия, ни демократическая, там еще какие-то слоны, тигры, фиг поймешь, эти партии, оппозиционные партии. Никто не собрал митинг, и никто не кричал правительство в отставку. Именно это произошло в России, и именно произошло со стороны либералов. Либералов, кровавых либералов, либералов-уродов. Поэтому я еще раз говорю, я верю в то, что именно поджог центра. Никакой там я на 100% уверен, что... Да, где что-то там было, оплошность какая-то, может, кому-то либералы проплатили, чтобы пожарную сигнализацию отключить, там еще что-то сделать. Естественно, и в это же время они же и подожгли центр, когда уже сигнализация была отключена, скорее всего. Сработала сигнализация, охранник опомнился, что ему денежка заплачена, и отключил. Если сейчас охранник дает показания, может, и охранник правду говорит, что там случилось. Я не будем тоже обвинять охранника. Может, действительно там сработал, он подумал, что была ложная тревога, и отключил. Ну, что-то мне в это уже слабо верится. Именно был засланный казачок от партии Навального. Именно ихнее дело рук. Еще раз буду повторять, и много раз буду повторять. Моментально же
собрался митинг после трагедии. Митинг на валят. Моментально собрался митинг на валят. И это меня привело к мысли, что подожгли именно они. Именно Навалята подожгли. Торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово. Для того, чтобы попытаться организовать Майдан по всей России. Но не получилось. Не получилось. Потому что обломались. И мне теперь, я сейчас скажу сразу, буду говорить к либералам. И мне, господа либералы, педерасты, гомосеки, лесбиянки, мне похрену. Вы кровавые либералы. И мне похрену. Подадите на меня в суд, не подадите. У меня только, не буду сейчас выражаться, как говорится, у меня как у латыша, только душа. Так что с меня взять нечего. Так же и Навальный. Может на меня вполне подавать в суд. Мне пофиг, что он с меня возьмет. И знаете, еще раз повторяю, россияне, хватит терпеть вам этих уродов. Либералов, русофобов. Также таких же каменщиков, которые пишут веселые стишки про то, что там сгорели, вы сами видели. Там не только стишки, радостные комменты пишут, что сгорели русские, дети сгорели, вот это вот. Сейчас есть у многих возможность пробивать адреса этих комментаторов, потому что половина живут в России, в России они не пишут, что они в другой стране, они живут в России. Если и пишут, что они в Украине, но живут в России. Или пишут, где-то они живут там, в каких-нибудь на Бермудских островах. Опять же, они же живут в России, но знают, что если они напишут в России, их выловят и набьют морду. И у меня предложение такое, пробивать ихние профиля, кто откуда пишет такие веселенькие комментики, веселенькие в кавычках, такие веселенькие комменты про наших, про трагедию в Кемерово. Пробивать адреса, а проще сотруднику полиции. Я знаю, что сотрудники полиции не смогут ничего сделать за эти комменты. Это по нашим российским законам. Пробивать эти комменты, давать нашим друзьям в одноклассниках, а те сами без вас. В самом плохом случае просто они знают, что им пропишут статью за хулиганство, там штраф пропишут. А так просто этим либералам, таким же русофобам, кто веселится над этой трагедией, ломать руки и ноги. Уже давно пора. Второе. Других гастарбайтеров. От нашего государства нет друга. Что с ними надо делать? Ну, вы сами знаете. То же самое, что с либералами. Да. Потому что вы все знаете, куда эти денежки направляются. Они ездят в поездах и смеются. Что вот, они денежки заработали, в России сейчас сыночку туда отправят. Но вы уже поняли, куда. В общем, куда они туда отправят. Поэтому уже хватит, надо не позволять гастарбайтеру устраиваться на эти работы. Лучше, пускай мало платят, лучше самим устроиться, у кого нет работы. А не искать сидеть по зарплате повыше, устроиться временно на ту работу, где поменьше платят. И пока вы работаете, в процессе работы подыскиваете работу с хорошей оплатой. Я думаю, со мной многие согласятся. Таким образом исчезнет рынок гастарбайтеров. Ладно, опять я про работу, про это говорить. Я еще раз говорю, что я на 100% уверен, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово был не случайен.
И в начале видео я ситуацию объяснил, почему он был не случайен. Потому что кровавым либерастам надо было организовать Майдан. И он у них, слава богу, не получился. Даже не получился по всей России организовать. Они хотели именно над с пляской, пляска в кавычках, с пляской организовать Майдан по всей России. И именно с пляской на сгоревших трупах. И еще раз говорю вам, господа либерасты, запомните, вы просто моральные уроды. У вас ни чести, ни совести, ни достоинства, у вас ничего нету. У вас просто фашистские наклонности. Вы нацисты. Да не, вы хуже нацистов. Вот, не знаю, как сказать. Или либерал СС. И знаете что? Не буду я ничего никому там желать вам. Просто я пожелаю то, чтобы вам, россияне, начали ломать руки, ноги. И громить ваши офисы. И гнать из России, в чем мама родила. Только чтобы вот документы в руках держали и в голом виде через границу, куда хотите. Граница для вас открыта. Ну что, друзья, для друзьям, до новых встреч. Ну, либералы, идите нахуй.